И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэт Макс, Сундук, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас миллион зомби, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Я не знаю, почему так называется карта, у нас здесь очень много оружия, мы скачали классный мод на огонь, сейчас я вам его покажу. Огонь распространяется по всей карте, переходит на деревянные перекрытия. Если будете кушать, приятного аппетита, а мы будем тестировать. Сразу скажу, этот мод отнимает очень много FPS, так что, пацаны, если будет лага, не говорите. Я перестану просто всех сжечь. На карте расставлены оружки и есть спауны зомби. Но спауны зомби расставлены разработчиком карты. Вот уже первые пошли. Так, давайте покажем. Только, ребята, давайте я буду... А, вы же не можете врать. Пацаны будут помогать. Ой-ой-ой, не ходите, не ходите туда, мужики. Там очень опасно. Классно, огонь прям падает аж кусками. Как настоящий огнемет. Смотрите, какая прикольная графика на огонь сделана. Ну и физика тоже. Давайте подождем эту штучку. Так, идемте. Тут есть еще на карте спауны. Я знаю, где основной спаун. Их там просто будет сейчас самое больше. Вот мы уже подходим к этому месту. Давайте, пацаны, начинаем. Расправляемся со всем. Давно у нас не было рубрики, где мы просто мочим жестко зомби. Ой, Арекс вообще красава. Короче, здесь есть волны. Сейчас, когда будем убивать, вы сейчас увидите все. Будет каждый раз все больше и больше, а потом уже быстрее. И даже челики, которые кидают, как правило. Воу-воу. Пацаны, если лагает, говорите. У меня потому что 20 FPS. 26. Пацаны, осторожно, огонь. Они так, давайте я сделаю вот так вот. Ой-ой-ой. Смотрите, мы сделали 30 убийств. Я следующая волна на 50 убийств. И они сейчас будут прям более жестче идти. Так, здесь еще огонь до сих пор распространяется. Ой, кишки, прикольно. Пацаны, обстоятельства, извините. Ой-ой-ой, кишки, кишки. Так, кто возродился, отлетайте, зачем вы стоите? Так. Это жесть, они кричат. Так, у нас еще есть прикольные оружки. Во, прикольно со стороны смотрится. Наваливаем один. А, у нас здесь еще замораживающий. Давайте его потестим. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Хочу заморозить тебя. Ой, прикольно. Ты видишь, как он замораживается, в какой позе? Я могу разморозить? Могу заморозить. Вот так и лежи. Эй, слышь? Конь. Так, пацаны, по мне не попадайте, я свой. А ты можешь их разбивать, когда они замороженные? Такой эффект офигенный, когда замораживаю. А ну, по льдышкам стреляй. Эй, ты чё тут по моему ой, на. Прикольно. Один замораживает, один поджигает. Получается фаталити. Пацаны, вы можете их разбить, эти льдышки? Не, они разбиваются, что ли? Ой-ой-ой. Ребята, хотите эпик? Сейчас покажу вам. Так-так-так, вот он. Я знаю, пацаны, лагает, я знаю. Красота требует жертв. Ой, тут распространение огня очень жестко идет. Уходим, уходим. Сейчас все пройдет. ФПС добавляется уже 20. Так, пацаны, давайте собираемся в кучу. Бомба. На. Ой. Кэт Макс, ты где? Я где-то бегаю, спасаюсь. Монеты. Так, давайте тут есть, короче, место, где можно подняться наверх, с крыши повалим их. Так, так, так. Я вот не помню, где-то здесь вот. Или здесь. Так, 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 сейчас мы найдем. Нифига себе, их тут сколько. У-ху. Ты чё, дай я их так помочу. Тут можно подняться? Ой, пацаны, лагает, хорош. Так, а вот тут сколько огня. Ой-ой-ой-ой-ой. Огонь, конечно, крутой, но лагает сильно. Бум. Офигеть. Интересно, карта очищается или нет? Очищается. Очищается, да?
На. Попей. Еще тут. Еще тут. Сейчас будет мина, красиво. На. Красавчик, Димка. Это было финшой. Они прибывают. Говно можно кидаться, да, по ним? Или это так не работает? Пацаны, мы тут карту подожгли. Пожарника вызывайте. А реально жестко прям идет огонь. Дай их раскумарю. Бум, нифига себе. Это был эпический взрыв. Все, пацаны, я занял очень классную позицию. Отсюда видно всех. Сейчас мы еще для красоты сделаем ему тут свет. Проведем. Ой, вообще бомба. И теперь мы можем просто издеваться над ними по-разному. Кинуть гранату, допустим, вонючую. Кинуть гранату, которая идет со всякими осколками. Взять гранатомет случайно, стрельнуть. Вот так вот. А взять воздушный удар, вызвать случайно. Пацаны, вы там не... А, никого нету, отлично. Я, интересно, живой останусь или нет? Ой. Разломала мой мостик. Обстоятельства. Ага. Давайте здесь постоим. Ага, я не могу отсюда... Ага, это такая нычка прикольная, да? Ого, их там сколько. Кидаем. Пацаны, отойдите, пожалуйста, от вонючки красной. Это очень опасная штука. Чпоньк. Короче, загородили полностью проход, они не пройдут через красную. Ого, трупы разлетаются, вы видите это? Ой, куда-то полетело, не туда. Давайте еще более точнее. Бум. Ой, вообще красота. И еще туда разок. Теперь можно и спуститься, чего их бояться? Если у нас все гранаты. Ха-ха, там кто-то сальтухи крутит. Так, что у нас еще? О, это, вот эта граната прикольная, на. Ой. Не, она слабая. У меня есть мачете. Я буду сейчас зомби на мачете драться. На. Да. Копье могу кинуть. А ну. На. Кстати, эта граната эпически взрывается. Офигеть. Так, еще есть место, где они спамятся с большим движухой. Сейчас, 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 это не тут. Эй, хэдкраб, иди в жопу. Это с той серии еще остался, черепиздрик бегает. Так. Вот это место, вот. А, я сюда же и пришел. Вот красава. Нифига себе, пусть найдут. А мы им кинем гранатку туда. О, даже не гранату. Лучше, лучше, есть у меня. Сейчас, 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 сейчас. Надо напалмовую бомбу им фигануть туда. Вот. Это оно. Офигеть. Я, наверное, пацаны, забыл, да, что огонь активный. Сейчас вся карта будет лагать. Ой-ой-ой. Вот это жесть. Еще. Идет нормально, пацаны, или лагает? Лагает. Я еще и удалил сколько бомб. Нифига себе. Короче, этот мод классный, но очень лагучий. Будем знать. Так, вот тут же бомб, все зомби идут. Давайте мы им навалим кучу здесь, чтобы они не могли пройти. Активируем их. Убежать. Ой-ой-ой, сколько штук, я активирую их. Эй, ты что дерешься? Если ты будешь драться, идите. Я буду бомбы взрывать. Прощайте. Ой-ой-ой. Я выжил. А, нет. Да после такого никто не выживает, Кэт Макс. Это смерть всем. И нет, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылайте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!